Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы, как обычно, выходим одновременно и на радио, и на телевидении. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. С 23 по 25 июня в городе Якутске пройдет 21-й евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этноэрата», посвященный столетию ЯССР и году культурного наследия народов России. И сегодня у нас в студии гости, организаторы этого конкурса. Директор Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов СИМЕХ, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Яна Викторовна Игнатьева. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Викторовна. И первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Розалия Ефимовна Колосова. Здравствуйте, Розалия Ефимовна. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Пожалуйста, можете позвонить нам и задать интересующие вас вопросы вот нашим гостям студии. Яна Викторовна, вот с вас начнем. Вы как давным-давно занимаетесь этим «Этноэрата», да? Да. А вот этот конкурс уже проходит 21 год, да? И у нас в Якутии будет уже во второй раз проходить, да? Да. Вот расскажите. Ну, во-первых, всех якутян поздравляю с наступлением лета и проведением наших национальных эсэхов. Ну, мы, значит, готовимся с Домом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского проводить 21-й евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этноэрата» с 23 по 24 июня. И приглашаем всех жителей, гостей, значит, посмотреть на праздник красоты и таланта. Ну, конкурс в 2021 году отметил свое 20-летие, а мы, якутяне, значит, в этом конкурсе уже участвуем 15-й раз. И когда мы проводили в 2013 году, значит, он имел статус этого международного, и в 2013 году, когда «Этноэрата» к нам приехала, он получил статус евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этноэрата». Так что мы тоже, значит, являемся учредителями данного, значит, евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этноэрата». И, конечно, значит, имеем полное право, да, проводить у себя тоже дома, значит, в городе Якутске, значит, второй раз вот евразийский конкурс высокой моды. Но история такая. Такая, да. Автор проекта — это Раушан Мусахановна Конопьянова. Она доктор политических наук. Ну, конечно, работала она в многих, значит, правительственных, значит, учреждениях работала. Сегодня она преподает в Московском институте культуры и, конечно, ведет очень большую, значит, общественно-политическую деятельность. «Этноэрата» — это общественный проект, который, значит, получил вот поддержку народа, да, и вот в течение 21 года, значит, уверенно, да, значит, продвигается не только вот в нашей России, да, но и за рубежом, и в других странах, значит, ну, мира. Участниками всегда было очень много, значит, молодых модельеров, которые, значит, ну, стартуют с этого конкурса, и, конечно, они, значит, потом становятся и создателями там брендов, да, и, конечно, самими это дизайнерами моды, и поэтому среди них, конечно, у нас тоже есть вот якутянки, которые тоже вот стартовали с этого конкурса. Это Лидия Будищева, это Августина Филиппова, Светлана Петрова, и даже кто? Петр Яковлев. Ага, так что мы гордимся своими земляками, очень талантливыми, да, которые, значит, вот сегодня, да, ну, в таком статусе, значит, многое делает в развитии вот самая конкурса «Этноэрата» и, конечно, в сохранении традиции национального костюма. Яна Викторовна, вот конкурс высокой моды этнического костюма, вот объясните, вот какая разница вот между высокой модой, этническим костюмом?
Ну, мы сама идем от традиции к современности, да. Поэтому вот, например, вот номинации, вот, например, этнические мотивы в современном костюме, они всегда были, ну, как бы это главной задачей вот нашего этого конкурса «Самоэтной Раты». И в этой номинации многие наши вот модельеры, дизайнеры, в том числе и народные мастера, да, ну, они внедряют, например, вот этнические мотивы в современном костюме. Вот чем самая главная задача. Это... И, конечно, они шагают, ну, в ногу со временем. Мы режиссеров попросим показать вот костюмы. Это традиционный. Вот это тот. Яна Викторовна, комментируйте, пожалуйста. Это вот традиционные костюмы, да? Это якутские, это да? Уже гала-концерт идет. Это нет, эти самые калмыцкие костюмы были. Но эти самые наши модельеры, это значит. Тоже выставляли. Это современные, да? Современные этнические мотивы. Идут, ну, да, вот такая красота. Коллекция Надежды Пахомовой. Тоже по этническим мотивам. Она участвовала в номинации «Костюм Севера, Сибири и Дальнего Востока». Тоже была очень интересная коллекция. Это коллекция, значит, вилюйских наших мастериц. Тоже очень аксессуары, интересные, по-моему, да, аксессуары. Ну, в общем, это наши вот излюбленные вот номинации, да, это, конечно, этнические мотивы в современном костюме, костюм Севера, Сибири и Дальнего Востока, ретро в этническом костюме и этнический, значит, сценический костюм. Вот эти в этом году у нас будет очень много участников в этих номинациях, там свыше 70 коллекций мы выставляем от Республики Саха-Якутия, и, конечно, ждем мы, значит, там, ну, наших победителей, новых имен обязательно, новых открытий. Вот в этом самая главная задача, значит, Евразийского конкурса высокой моды «Этной Рата». Яна Викторовна является сопредседателем жюри конкурса «Этная Рата» уже который год. Да, многие годы. Да, многие годы. Поэтому, конечно, она знает изнутри всю вот эту вот работу. Ну, жюри, как всегда, у нас, значит, где-то численность жюри у нас само очень большое, потому что и там, и Грузия, и Башкортостан, и Карачаево, Черкесия, и Гатчина, в общем, все вот калмыки. Ведущие, да, калмыки, да, все ведущие вот модельеры, да, которые вот принимали участие в этих конкурсах и стали победителями, да, они, значит, вот, ну, включаются в состав жюри. И они, конечно, и в этом году они приедут к нам, значит, и будут работать в составе нашего конкурса. Ну, Розалия Ефимовна, вот о нынешнем расскажите конкурсе, как он будет проходить, как подготовка идет. Да, нынче, вот как мы уже говорили, 21-й евразийский конкурс. Ну, что я хочу сказать. Изюминкой этого нынешнего конкурса будет то, что, конечно, большинство коллекций будет именно от Республики Саха-Якутия. Да. От Республики Саха-Якутия. Да. Гости, конечно, есть у нас. Гости тоже приедут с Монголии, с Казахстана, с Грузии. С Калмыкии, Ставропольский край, с Москвы, которые будут представлять там туркменский костюм, там китайский костюм. Есть даже африканская коллекция афрокостюма сегодня. Кроме этого, к нам едут театры моды из Твы, из Бурятии и из Благовещенска. Уже как бы не только вот сами дизайнеры, да, приедут именно театры моды, которые представят свои работы и представят работы их же модели. Гостей ожидается 80 человек. Мы их должны всех их встретить хорошо. Конечно, на самом деле, вот этот конкурс, который был в 2013 году, он дал очень много толчка нашим дизайнерам, нашим мастерам, да, тем, которые занимаются национальными костюмами. Потому что вот видя вот на эту красоту, как работает, потому что коллекции, вот что калмыкии, бурятские были, да,
тувинские, они очень интересные. Они очень много придумывают именно вот, ну, как бы в современном стиле, да, используя этнические мотивы. Поэтому, конечно, и нашим вот дизайнерам, нашим мастерам, которые работают, конечно, вот для них интересно это будет, это, да, для них это будет очень интересно. Ну, конечно, наши мастера очень молодцы, что вот восстановили очень много костюмов традиционных, да, там, начиная с какого века, Яна Викторовна? 17 века. Да, начиная с 17 века. Там не только это якутские традиционные костюмы, и наши да, коренные, малочисленные народы севера. И в этот раз они тоже активно у нас принимают участие. Конечно, кто-то с двумя комплектами, кто-то вот больше, но мы их поддерживаем, потому что действительно это идет возрождение традиционных костюмов. Для нас это важно. Но также важно и то, чтобы мы, современные люди, молодые люди, тоже вот, ну, как бы себя позиционируя народом саха, тоже также одевали современные костюмы, но что-то вот используя какие-то... Вот как Яна Викторовна. И очень же хорошо, когда действительно, особенно вот наступает лето, да, мы видим, что женщины очень много ходят в холодаях, ну, и благодаря тому, что вот проходят и также и зимние шествия, да, зимних национальных костюмов. И зимой, да, и зимой же мы видим людей, которые вот шубы расшитые, да, там именно с национальным мотивом. Это все идет к тому. Сумочки сейчас очень многие. Аксессуары красивые, все это дает толчок. А именно сейчас, когда у нас, конечно, когда мы, многие бренды модные ушли, да, с нашего рынка, да, там, конечно, для нас встает вопрос. Импортозамещение будет нашими материалами, короче. Да, какое-то импортозамещение, что мы можем предложить. Тем более, действительно, у молодежи сейчас именно... Как бы, да, они же очень много хотят выделиться, да, там, и поэтому они используют в своей одежде. Поэтому надеюсь, что именно вот после нашего вот этого фестиваля, нашего конкурса высокой моды национального костюма, сейчас вот объясню, что такое высокая мода национального костюма, да, да, появятся вот у нас новые имена. Почему высокая мода, да? Высокая мода — это когда... Ну, национальный костюм, как мы говорим, он же может быть традиционным, он может быть повседневным, бытовым. Розалия Ефимовна, мы сейчас прервемся на рекламу, нам режиссер показывает, и через 2 минуты вернемся и продолжим наш разговор. Не переключайтесь, дорогие. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в программе «Якутск сегодня». И сегодня тема нашего разговора, предстоящий с 23 по 25 июня в Якутске пройдет Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-эрате», посвященный столетию ЕАССР и году культурного наследия народов России. Розалия Ефимовна, вот вы говорили о высокой моде. Да, высокая мода – это действительно как эксклюзивная одежда, эксклюзивный вид национального костюма, поэтому он так называется. Вот, допустим, то, что делает у нас Августина Филиппова, это является высокой модой национальная костюма. То есть она сама именно на наших этнических мотивах придумывает эксклюзивные высокую моду национального костюма. Костюма. Конечно, это же именно художественное творчество, да, там все вот в таком духе. Но оно ближе к современности, это не чисто этнический костюм. Нет, да, и поэтому, и, конечно, и конкурс так и называется, высокой моды национального костюма, поэтому и номинации такие есть, конечно, номинации как лучшие традиционные костюмы славянских народов, да, там народов Сибири, Дальнего Востока, ну и восточные костюмы, но, тем не менее, есть и номинации такие, как этнические мотивы в современном костюме, да, там этнические, сценические костюмы, которые в действии, ретро национального костюма, да, вот, вот таком. Поэтому, конечно,
А сейчас, наверное, Яна Викторовна нам расскажет вот о тех модельерах, о художниках, о дизайнерах. Которые вышли из этой аэроты нашей якутские. Ну, как сказали, что у нас, значит, первой вот самой ласточкой этой аэроты была Филиппова Августина Николаевна, Петрова Светлана Ивановна и, конечно, вот самобудищего Лидия Афанасьевна, да, который, значит, вот создает самое, создает костюмы из меха, да, там дыхание севера, амазонки, Якутии, да, созвездие мехов, короче, вот такие модельеры вот вышли из самоэтной раты. И, конечно, у нас есть еще и самообщественные объединения, которые тоже работают вот от традиций к современности. Это творческое объединение «Возрождение», там «Наследие предков» из Вилюйского улуса. И наши вот мужчины, да, народные мастера вот Республики Саха-Якутия, это Никитин Николай, Ефремов Иван. Конечно, очень отрадно, что они вот мужчины и сама сегодня занимаются вот костюмами. И в то же время вот есть молодые мастерицы, как вот Гаврилева Александра Ивановна, тоже, значит, из Вилюйска, да, которая вот в 2021 году была номинантом была она, да, у нее очень, значит, такие вот современные костюмы в этническом плане, которые вот вызывали, ну, вызывали очень большой интерес у жюри, и, конечно, она сама очень широко использует вот аксессуары. Мы вот недавно с Людмилой Петровной Жирковой, да, приехали из Чувашии, были на презентации вот вышитой карты России. Вот буквально 10 июня. И, конечно, вот когда мы были там, да, все вот восхищались нашими костюмами и нашими аксессуарами, которые мы надевали, конечно, да, надели, показывали. Даже вот амбассадор вот этого, ну, вышитой карты России, да, Надежда Георгиевна Бабкина, сама Бабкина, она, значит, сказала свое восхищение. Поэтому вот где бы ни были вот наши якутянки, да, вот сама якутский народ, вот всегда они, ну, демонстрируют вот высокое качество якутского костюма. Это очень отрадно, и из-за этого вот именно в народе, да, и сама идет популярность развития вот национального костюма, как бы гордость, да, как бы гордость за свою республику, за Россию, за свою короче, культуру. Да, за свою культуру. И вот каждый якутянин, да, но сама является пропагандистом сегодня. Вот в нашем национальном языке, конечно, это вообще массово все одевают шестью вот национальных костюмов 5 марта. Это вообще мы возродили в России, да, ну, вот отметили искусствовед, вот зимние костюмы, но не летние, не повседневные, а именно зимние костюмы вот народа республики. Ну, вот эти такие шикарные костюмы, это же все вручную шьется. Это все вручную шьется, это уже творческий труд каждого мастера, это его, значит, идеи, это все, ну, вдохновение, да, которое они вот именно, ну, самовложат вот в шитье вот само костюмов. Это очень большой творческий большой труд. Большой труд, конечно. Ага, очень большой. Ну, конечно, особенно есть зимний костюм. Да, сколько вот времени зимний уходит, чтобы шить вот один комплект одежды? Ой, ну это можно и годами несколько шить, лет да, может да. Прийти, да. Можно и годами шить, можно и это самое, если, ну, самое, если возьмется, то можно закончить в течение двух или, значит, трех месяцев. Например, самые сложные костюмы, конечно, шьются годами. Конечно. Там и вышивка, там и украшения. Там и бисер, там и металл. Самое да. главное, материалы собрать. Да, и материалы собрать. Это все делается сукно. Сукно такое найти.
найти цветной. Мех, бисер, там металл, это же много всего надо. Да, да, очень много, значит, идет материал. Ну, в этом конкурсе мы ждем, например, вот семья Потаповых, которые приедет из Нюрнберга, да, они были дипломантами вот евразийского конкурса 13-го года, и вот спустя вот уже 9 лет, да, они, значит, выставляют вот новую коллекцию. Это будет очень... Но ждем, короче, их вот это участие, что... Это будут очень интересные костюмы. И, конечно, есть наши вот, молодые дизайнеры из колледжа технологии дизайна, есть из художественного училища, но они работают все в купе, поэтому мы ждем вот самое, ну, много, например, чтобы были яркие этнические современные костюмы. И, конечно, вот в этом году, да, конечно, я сама очень... Сидя в жюри, да, я очень удивилась. Вот у нас Семенова Сусанна Прокопьевна, да, и самот коллекция нарядные воротники вообще вызвала вот восторг жюри. И сама они сказали, какие вот интеллигентные, да, дамы. Какие дамы вот якутские в современных этнических, ну, украшениях. Да, действительно, и, конечно, очень они элегантно сказали, смотрится. Да, элегантно очень. И сама... И в этом конкурсе у нас тоже будут вот нарядные воротники. Ага, уже будут тоже много их. А сейчас же это как бренд стал. Каждая женщина, которая себя женщина, уже с таким воротником. Нужно иметь, значит, нарядный якутский воротник в бисере, в вышивке. Ага, ну вот такой аксессуар у нас уже развивается. И в этом году я заметила, вот когда заявки получали, что очень много стало объединений. Ну, то есть та же Жиркова, Людмила да. Петровна, Петрова Светлана Ивановна, да, там еще кто-то. Ну, то есть они уже передают свое вот мастерство и привлекают к себе людей с разных улусов, не только там, допустим, кого-то там 3-4 человека, а весь ареал вот нашей вот республики, и они будут представлять вот эти костюмы. Поэтому, ну, то, что вот женщина объединяется, мне кажется, это тоже как бы хорошо и знаково. Ну, что еще хочется сказать? Ну, как мы уже говорили, да, там с 23-го у нас начинается конкурс, 23-го будут конкурсные показы целый день. С утра до вечера. Да, с утра до вечера работать. В Доме дружбы народов. Платный, да, вход? Нет. Нет, бесплатно. 22-го, да, я чуть перескочила, 22-го, вот Яна Викторовна, они открывают... Про выставку я расскажу. Они открывают выставку, 23-го у нас будут конкурсные показы, 24-го у нас будет гала-концерт в Доме дружбы народов. Ну, к сожалению, вход будет в основном по пригласительным билетам, потому что очень много у нас участников. Ну, хочется, конечно, чтобы участники посмотрелись, поучились у себя. И к Исеху, к Исеху Туймады приехали очень много гостей зарубежных и региональных. Они все хотят вот посмотреть, поэтому так будет. Но наши жители могут увидеть именно вот эти коллекции, которые победили на нашем Исехе, который будет 25-го на Исехе Туймады в 14:40 на площадке 14. Все наши победители, модельеры, они покажут свои коллекции, свои костюмы вот на этой площадке. Ну, с 22 июня откроется у нас выставка. Она будет межрегиональная выставка, называется «Костюм через призму времени». Концепция выставки такая, да, от традиции к современности идем. Мы показываем от традиции славянские костюмы, костюмы коренных малочисленных народов, костюмы народа Саха, и, конечно, самой вот изюминкой будут, да, костюмы регионов, участников евразийского конкурса высокой моды этноэрата, да. Но костюмы вот участников, они будут стоять только 4 дня, поэтому всех якутян, да, всех гостей приглашаем, чтобы они
посетили нашу выставку с 22 активно по 24 июня. Это в Доме дружбы, да, или это в Доме дружбы. А так выставка у нас будет саморабатывать по 10 июля. Очень интересная выставка. Очень много костюмов. Вообще идет кастинг этих костюмов, чтобы это принять участие вот, на выставке «Костюм через призму времени». Но я сама считаю, что это уже результат работы. Да? Да. Поэтому мы, значит, ждем от этой выставки. Ну и открытие ждем, и, конечно, чтобы наши посетители, ну, остались очень довольными. Вот такая. И 24-го у нас это с участниками пройдет после просмотра 23-го круглый стол. Ну, туда приглашаются наши все руководители, вот, участники. Значит, будет обсуждение коллекции от эксперта Петнерата. Ну, вот еще вы такая не рассказали о призах. Да, призы главные, да. Главные призы – это, конечно, это золотая игла с бриллиантом, золотые ножницы с бриллиантами и статуэтки Этнаирата. По каждой номинации. Номинаций у нас 8 номинаций. И, значит, будем, ну, по мере возможности, да, чтобы наши вот участники все, значит, получили главные призы. И статуэтки. Статуэтки Этнерата очень красивые. Поэтому, да, чтобы они получили все призовые места. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск сегодня». В студии режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Тема нашего разговора – предстоящий фестиваль высокой моды национального костюма «Этнаэрата», посвященная столетию ЯССР и году культурного наследия народов России. И сегодня гости студии – это директор Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Семях», заслуженный работник культуры Российской Федерации Республики Саха-Якутия Яна Викторовна Игнатьева и первый заместитель просто. И заместитель генерального директора Дома дружбы народов Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Розалия Ефимовна Колосова. Наши телефоны 3200-66, 3211-66. Пожалуйста, можете позвонить и задать интересующие вас вопросы гостям нашей студии. Яна Викторовна, вот о чем состав жюри? Составе жюри же хотели сказать. Ну, всем, конечно, это интересно знать, какой состав жюри, да. Но я об этом уже говорила, что состав жюри у нас очень, ну, такой это, ну, большой, да, такой это авторитетный, люди всегда, эксперты сидят, да. Ну, я вот, ну, председатель жюри это Конопьянова Раушан Мусахановна, это безусловно. Ну, сама и сопредседатель жюри у нас в этом году Пятькина Татьяна Николаевна. Это заместитель министра Министерства по внешним связям и делам народа. И, значит, сопредседатель жюри сама Нуяда, еще и сама вот второй заместитель. И, конечно, экспертами будут выступать, ну, такие известные люди, например, ну, в России, потом в своих республиках. Это Милованова Татьяна, республика Калмыкия. Она имеет многие годы свой театр моды, который известен не только вот в нашей самой в России, но и за рубежом. Шикарный самотеатр. Она привезет новую коллекцию. Ну, сама коллекция будет участвовать на гала-концерте. Мы всегда вот ждем от нее новые вот костюмы, новые композиции. Новые идеи. Да, новые идеи. В общем, она очень творческий человек, Татьяна Милованова. И, конечно, значит, будет одним из ведущих
наших экспертов. Это Александр Кирдякин, это ведущий дизайнер, это из Республики Башкортостан, тоже эксперт высокого класса, который имеет многие тоже звания там и участие в международных конкурсах, руководит тоже театром моды Башкортостане. И Андрей Лобанов, он приедет из Грузии, тоже эксперт высокого класса, он многие годы работает, но в составе жюри. И Татьяна Брускова, это Краснодарский край, тоже человек очень многие годы занимается сохранением, возрождением, развитием славянских костюмов. Она тоже привезет новую коллекцию, которая будет представлена в номинации «Славянский костюм» и будет участвовать на гала-концерте. И Аюна это Монголия, которая руководит тоже театром, не только театром, а именно модельным агентством Монголии. Mm-hmm. Тоже очень известный модельер, художник. И она, в составе жюри. И наши эти эксперты тоже из Республики Казахстан. Это Райхана Капаровна Бакирова, Канапьянова Раушан. Это другая Канапьянова Раушан. Mm-hmm. Она является директором колледжа, да? Ага, колледжа. И Гульнара Исакова, это наша коллега, которая многие годы именно проводила, организовывала международный конкурс высокой моды «Этная рата» в городе Москве. Она работает в Доме национальности города Москвы. И наши эксперты будут, это докторова Надежда Ивановна. Это у нас молодая, искусствовед. Да, искусствовед. Она сейчас работает над созданием нового бренда своего. Очень такая творческая личность, докторова Надежда. Она работала преподавателем Арктического института культуры по национальному костюму. Можно сказать, это наша надежда в будущем, да. И, конечно, наша известная Светлана Ивановна Петрова, самая от республики Саха-Якутия, будут в составе жюри. Историк она. Но Светлана Ивановна все знаете. Она кандидат исторических наук, автор многих, книг, этнограф, по возрождению, якутского костюма. Uh-huh. Авторитетный у нас состав будет жюри. Uh-huh. И, ждем, конечно, мы только положительных решений, uh-huh. чтобы у нас всегда, соблюдался, как говорят-то, чтобы было всегда справедливое обсуждение, справедливые итоги по всем номинациям конкурса высокой моды «Этная рата». И ждем новых имен. Конечно, мы ждем новых имен, новых талантов, да, и, конечно, это праздник красоты и таланта, останется в памяти многих-многих якутян за эти годы. Многие же вспоминают евразийский конкурс высокой моды 2013 года, как это было у нас в Доме дружбы народов, как он проходил у нас на Исыхе Туймады, и к нашему счастью, это все прекрасное видение повторится. Так что благодарим. В 2013 году я как раз у вас там тоже была пресс-секретарем, и у меня до сих пор такое ощущение праздника, ощущение красоты. Угу. Такое ощущение, что это очень-очень сложно. И повторить уже, мне кажется, уже невозможно. Да? Там есть что-то еще новое придумать. Конечно, новое. С каждым разом, наверное, все сложнее и сложнее. Конечно, сложнее, но, талантов много, люди хотят реализоваться, поэтому всегда поиск талантов и, конечно, надежда всегда идет вперед. Несмотря на всякие преграды, наши талантливые
талантливые люди хотят приехать. Многие же вот самое, ну, из-за пандемии, да, из-за этих самых ограничений, они, конечно, остались, но они всегда самое, ну, сердцем, душой, самотворчеством, они будут с нами. Но Якутия, конечно, это не Москва, это далеко. Все это связано с проездом. Проезд очень дорогой, да. Ну, для молодых это очень дорогой, поэтому они, значит, да. Ну, ждем праздника. В этом году впервые примут участие дизайнеры вот с Башкортостана, которые, вот они говорят, никогда не принимали, с Татарстана, с Татарстана, Казахстана. Ну, то есть новые лица. Они никогда вот на эти, на конкурсе «Этная рата» не участвовали. С Татарстана вот бюро «Бану». Вот у них национальная брендовая одежда, которую в течение 10 лет они не то что пропагандируют, они создают, продают. Поэтому для нас это же тоже интересно. Конечно, да, потому это что новое. Это же новое. Потому что очень многие наши хотят вот именно создать свой бренд, да, свои, вот именно свое имя, свое вот направление, чтобы люди вот одевались в эту одежду. Поэтому вот это будет интересно тем, кто занимается вот такой вот одежды. Яна Викторовна, вот как вот вы вышли на это «Этная рата»? Как вот она появилась у нас в Якутии? Знаете, это было так давно, да, где-то 15 лет тому назад, но к нам пришло письмо об участии, да. В то время я работала, ну, где я работала? В центре семьи. Нет, как у нас назывался? Республиканский. Единый научно-методический центр народного творчества и социально-культурной деятельности. Имени Кулаковского все равно. У нас было очень много преобразований за эти годы. И к нам пришло вот это письмо, приглашение. И мы, значит, ну, долго не думая, да, мы, значит, это направились в город Москву. И, конечно, приняли участие, но там была уже Лидия Будищева. Мы ее не знали же, да? Ну, там познакомились, она сказала, что это ваша землячка. Ну, с этого все началось. Потом уже ежегодно стали направлять наших молодых, вот мастерицы там очень активно, значит, участвовали, и дизайнеры участвовали. В общем, все вот это, кто занимается костюмом, да, они все пытались, значит, ну, и попадали, конечно, вот на международный конкурс «Этной раты». И самое что, да, вот он чем привлекает? Никаких взносов. Никаких ограничений. Участие. Это как свободное пространство для творческих людей. И этим он очень привлекает и самое вот и народ. Да. Ну, у нас осталось совсем немного времени, вот приглашайте гостей. Ну, мы всех якутяне гостей ждем на наши вот эти показы. 22-го мы в 16 часов открываем, значит, большую выставку костюмов ждем, да, и 23-го у нас будут показы, и 24-го ждем на гала-концерты, и 25 июня мы, значит, все участники вот конкурса «Этного Ирата», они пройдут шествие на открытии вот нашего национального праздника «Сых Туймады». Так что ждем, приглашаем. А вот молодых девушек, красивых, молодых людей, тоже вот, которые красивые, да, они могут обратиться к нам в Дом дружбы народов и участвовать как модели. Потому что приедет дизайнер, и не все со своими моделерами тоже могут принять участие. Ждем активных людей. Да. А я желаю успеха этому фестивалю «Этная рата», чтобы на высоком уровне он прошел и с большим успехом. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего самого доброго.